Основам цифровой безопасности нужно обучать со школьной скамьи. В Хакасии на этой неделе работают представители Лиги безопасного интернета. Они рассказывают молодежи, как бороться с опасным контентом. Одно из занятий прошло в лицее имени Булакина со старшеклассниками и учителями. Почему дата рождения не может быть паролем, как защитить свои аккаунты от взлома и как избежать токсичных знакомств в соцсетях. С этого начинаются основы цифровой безопасности. Интернет занимает все большую часть жизни и взрослых, и детей, и навыки пользования им сегодня также необходимы, как правило, дорожного движения и основы собственной безопасности. Аналогичные правила существуют в интернете, и они в первую очередь касаются, как общаться, как сказать «нет», как не позволить себя обмануть, как не сообщить о себе то, что будет использовано против тебя. Люди обычно пренебрежительно относятся к этим моментам и влипают в всяческие неприятные для себя жизненные ситуации. Чтобы знания распространялись дальше, можно воспользоваться материалами с сайта Лиги безопасного интернета. Хакасия стала первой в списке регионов, где общественная организация проводит уроки. Аналогичные встречи с молодежью пройдут в Чечне, Тюменской области и Красноярском крае.